even get to cross. Всем привет! ФН Миними ручной пулемет калибра 5.56 на 45, производство Фабрик Национале, Бельгия. Серийное производство началось в 80-е годы. Разработку этого оружия отдали перспективному конструктору Эрнесту Вервьеру, создателю пулемета ФН МАК. Разработка ФН Миними началась в начале 60-х годов. Первоначально оружие было предназначено под патрон М193 5.56 на 45, но позднее переделано под патрон СС-109. 5.56 на 45. Бельгийский патрон СС-109 при оптимальной крутизне нареза ствола обеспечивал наибольшую дальность пробития типичных целей, превосходя по дальности патрон М193 на 240-785 метров. Прототипы оружия появились в начале 70-х годов, но серийное производство пулемета началось только в 80-е. Питание производится из ленты, обычно коробка или сумка на 200 или 100 патронов, подвешивалось к пулемету, или из магазина на 30 патронов стандарта Станак. Пулемет оснащен открытым прицелом. Современные версии несут на ствольной коробке цевье стандартные планки РИС для установки коллиматорных, оптических, ночных прицелов и других аксессуаров. Серварум FN Minime исследует у черного рынка на 10 уровне. Стоимость покупки 192 тысячи, продажи 57 тысяч серебра. Имеет три вида доступных модулей: на ствол, цевье, оптика. На ствол устанавливается пламегаситель, два вида ДТК, горизонтально и вертикально. На цевье устанавливается скошенная рукоять, лазерный целеуказатель, вертикальная рукоять. Имеет оптику четырехкратную, коллиматор и двухкратную. Данный пулемет весьма понравится тем, кому нравится Форд 401. Он имеет относительно маленький урон 24, что компенсируется высокой скорострельностью 800. Несмотря на то, что установлена коробка на 100 патронов, с такой скорострельностью они улетают очень быстро. Эффективная дальность 60 метров, максимальная дальность для нанесения максимального урона 30 метров. Пулемет эффективен на ближних и средних дистанциях, полностью неэффективен на дальних дистанциях. Пулемет весит 6,5 кг, что относительно немного по сравнению с пулеметом печенек армии Возрождения. Лично ничего я плохого про FN Minimi сказать не могу. Он не особо чем-то выделяется из оружия 10 уровня, не лучше и не хуже. Сравнить его можно с Форд 401, только слегка скорострельнее. Всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии. Всем пока!